Краевой детский фестиваль фехтования, приуроченный ко Дню воинской славы России, прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе города Артема. Уважаемые участники, уважаемые зрители, гости, ветераны спорта фехтования, от всей души хочу поздравить вас с этим замечательным фестивалем молодости. Будете вырастите, станете большими спортсменами. Фестиваль собрал юных фехтовальщиков и фехтовальщиц со всего Приморского края. Спортсмены соревновались в двух возрастных категориях – фехтовании на рапирах и шпагах, как в личных, так и в командных соревнованиях. Это вид спорта, который учит самому главному – быть победителем. Не участником, а именно победителем. Терпеть, выдерживать, идти к цели, сражаться, добиваться и побеждать. И я вам желаю и сейчас, и на будущее быть победителями, выигрывать в своей жизни и быть успешными. Победители наградили дипломами, грамотами, кубками и медалями Министерства физической культуры и спорта Приморского края. Анна Дьякова, Олег Завялов, новости на Восьмом.